Внимание, исповедуй вас. Комментарий, пожалуйста, по игре. Ну, что можно сказать. Игра была очень тяжеловата. Сами видели. Мы сначала хотели выиграть. Вот нам повезло. У нас было очень много моментов. Мог еще забить 2-3 гола. Но просто там чуть-чуть не хватало. Я это желаю пацанами Иртиша удачу. Своим пацанами на хорошей игре. Очень хорошую игру провели. И вот за концу это видно, что мы выиграли 2-0. Сколько очков надо еще для того, чтобы остаться в премьер-лиге? Вот я думаю, что минимум все надо. Надо выиграть дома с Атирауми и одну на въезде, чтобы вот могли сохраниться у премьер-лиги. Спасибо.